они нужны для того, чтобы между этим. Вот ты как бы между этим, вот это то, что я делаю, я вообще разбираюсь, почему происходит так, что я никогда так не смогу. Вот это самое интересное занятие. И нет в голове даже такой вот идеи, что ты когда-то это сможешь, что ты куда-то в эту сторону сможешь. Нет, она просто так маячит где-то. Я ее даже вижу иногда, внизу, а у меня вот дворик и первый этаж. Так вот, а когда мама не стала, тоже в лагере дети, я там работала с ними. Концерты ставили, делала большой вот, это подругой было. И вот мы приехали первый раз без нее, и я смотрю, я вот не видела вас всех, сейчас вы подошли, а то бы я еще успела. Я много вот про бабулечек, про бабушка Фрося, да, бабушка Фрося, с которой я росла, она очень много. И вот песни такие сочиняются. И тоже стоял, ну, как адрес, не знаю, прямо мама, ну я так увидела, я там были Ксенечка. Ну фантазия просто. Если все рассказывать, скажу психиатр.